А. Вот так просто. Yes. И снова в эфире лучшее виртуальное радио будущего. Оставайтесь на нашей волне. В магазине «Будущее сегодня» продаются замечательные приборы, которые пригодятся в любой ситуации. Здесь вы найдете лучшие батарейки любой емкости. Не пропустите свой шанс испытать удачу и взять бесплатный шарик. Приходите в библиотеку. Ладно, нам тут книжка нужна. Простите, я Бип-Бип. Я приехал из прошлого. Мне нужна одна книга. О, ты действительно приехал из прошлого. Все существующие книги находятся в нашем компьютере. Я распечатаю тебе ту книгу, которую ты выберешь. Кстати, меня зовут Дэриан, я библиотекарь. Спасибо, Дэриан. Пожалуйста. Красавчик! Скажите, в вашем компьютере хранится много книг? Если бы я распечатал все книги, они бы заняли целую улицу. Ох, вот это да! Как много! Да, но, к сожалению, большая часть наших книг сегодня недоступна из-за неполадок в компьютере. Ты сможешь увидеть лишь некоторые из них. Свинья. Дикая свинья была голодна. Она ела 5 ботинок. Ее пес подбирал крошки. Yes. Зеленые слова надо менять. Дикая, большая, легкая, хитрая. Ну, пускай будет хитрая, свинья была голодна. Она съела 8 трюфелей. Ее тритон подбирал крошки. Хитрая свинья была голодна. Она ела 8 трюфелей. Ее тритон подбирал крошки. Ну и в таком же духе меняю. Подарок. Меняем слово. Так. Ламантин получил в подарок футболку. Теперь все псы бесконечно счастливы. А не конфетти ли они разбрасывают? Ламантин получил в подарок футболку. Теперь все ящерицы бесконечно счастливы. А не сыр ли они разбрасывают? Оркестр. Кролики плакали, когда их инструменты превратились в рыб. И смеялись, когда зрители превратились в черепах. Пингвины плакали, когда их инструменты превратились в чипсы. И смеялись, когда зрители превратились в кегли. Дурдом. Нам надо найти книжку про вампира и распечатать.